В Ульяновской области работает порядка 10 школ кино и телевидения. Но в области кинообразования из муниципальных образований наиболее активна Индза. В районном центре на базе Индинского филиала Ульяновского госуниверситета прошел детский кинофестиваль «Первый шаг. Первый кадр». С 2016 года фестиваль носит имя Олега Терехина, идейного вдохновителя и его организатора. Почетным гостем 6-го кинофестиваля стал заслуженный артист России Владимир Демидов. Благодарю вас, что вы все пришли. С праздником, с фестивалем вас! Многолетним партнером кинофестиваля «Первый шаг. Первый кадр» является Ульяновск кинофонд. Его директор Лидия Саурова – консультант и член жюри кинофестиваля. С Терехиным стояли у истоков этого кинофестиваля, придумывали, как он будет проходить, какое положение в кинофестивале будет. Я очень рада, что это состоялось, и самое главное подтверждение тому, что оно не заканчивается. Из года в год интерес, я смотрю, мы ежегодно здесь бываем, из года в год интерес к кинофестивалю растет, и это самое главное. В этом году на фестивальный конкурс было подано 30 заявок, в том числе от юных кинематографистов Крыма и Казахстана. Конечно, ребята прежде всего старались показать свою жизнь, рассказать о своих проблемах, но в каждой работе была своя изюминка. Гран-при фестиваля досталось ребятам киностудии из 4-й школы города Индза за фильм «Письмо солдата». Победители кинофестиваля награждены участием в съемках, которые состоятся в регионе при содействии кинокомиссии Ульяновской области. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.